Александр Широкорад начал интересоваться отечественной историей с самого детства. В 5 классе он изучал предмет по вузовским учебникам. Писатель и публицист из Москвы написал более 200 книг и статей по артиллерии, военной технике, истории России. В течение долгого времени мужчина работал в различных архивах, а потом писал в стол из-за советской цензуры. Издавать свои произведения Александр Борисович начал с 1993 года. Александр Широкорад окончил МИФИ, работал в Курчатовском институте. Утешался тем, что когда я каких-нибудь дней, когда было нечего делать, а в советское время было, когда нечего делать, я шел в техническую библиотеку и смотрел бюллетени ВАК по кандидатским и докторским диссертациям по истории. Ну, там типа того, что роль Кустанайского обкома партии в усвоении целинных земель, роль там Днепропетровского рабкома партии в восстановлении Днепрогесса. В поле внимания Александра Широкорада различные периоды российской истории с наиболее проблемными и спорными вопросами. Писатель пытается найти достоверные сведения. Иногда ему приходится развенчивать общепринятые факты. В Саров писатель приехал в первый раз. Для встречи с читателями в библиотеке имени Маяковского Александр Борисович выбрал тему «Что мы знаем о ленд-лизе». Кто-то оценивает восторженно, что без ленд-лиза мы не выиграли бы войны. Кто-то считает, что то, что было поставлено по ленд-лизу, приблизительно составляло 4% от того, что было произведено и оружие, и транспортных средств в России, в Советском Союзе за 1941-1945 год. Последнее верно, но другой вопрос, что союзники зачастую поставляли нам то, в чем у нас были большие проблемы. Например, автомобиль повышенной проходимости, типа 100-метр, радиолокаторы. Читатели узнали интересные факты о военном периоде, смогли задать вопросы и услышать мнение историка. Книги Александра Широкорада можно взять в библиотеке имени Маяковского. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.